нас в гостях Мурат Хабаху, директор по продажам компании Факторинг Плюс. Мурат, расскажите, зачем вы сегодня здесь? Здесь мы сегодня для того, чтобы рассказать об нашем уютном, удобном, красивом факторинге, который позволит поставщикам, работающим с крупными покупателями, получать финансирование в моменте, не ожидая, пока закончится отсрочка. А скажите, к вам может обращаться любой поставщик или все-таки предпочтение отдается какой-то определенной специфике? Для нас, по большому счету, нет разницы, какой специфике работает поставщик. Главное, чтобы он отгружал на условиях отсрочки платежа, ну, либо отказывал услуги на условиях отсрочки платежа. Вот. И важен его покупатель. По большому счету, мы рассматриваем изначально покупателей и под них уже подключаем поставщиков. Скажите, какие проблематики существуют в этой отрасли? Ну, одна основная проблематика, наверное, это отсрочка платежа. Я как поставщик крупного ритейла отгружаю сегодня товары и получаю свои деньги, ну, дней через 40. Почему я не могу получить их сегодня? Вот мы про то, чтобы поставщик знал, как получить их сегодня. И при этом не затрачивая огромное количество времени. В два клика просто в онлайне, это наш девиз. Мы просто пытаемся рассказать о том, что есть возможность сделать что-то очень быстро, просто, удобно и при этом зарабатывать на этом деньги. И, кстати сказать, очень много поставщиков, наших клиентов уже представлены на этой выставке. Рады их встречать, видеть, что их стенды с годом, от года к году только растут. Растут стенды, значит, получается зарабатывать прибыль. Мурат, а если кто-то заинтересовался и стало интересно сотрудничать с вами, как с вами связаться? Все очень просто. У нас есть сайт factoringplus.ru. Вы там оставляете заявку и в течение 10 минут связывается менеджер, рассказывает все, что нужно сделать для того, чтобы получить онлайн-финансирование. Либо увидеть меня. И все у вас будет хорошо.